Реконструкция первой городской клинической больницы продолжается. В Рио губернатор региона Павел Коньков осмотрел два отремонтированных корпуса медицинского учреждения и один, в котором до сих пор идут работы. Проведен капитальный и косметический ремонт, вставлены пластиковые окна, заменены койки и закуплено медицинское оборудование на сумму более 28 миллионов рублей. В коридорах оборудованы зоны Wi-Fi. Павел Коньков отметил, что лечение должно проходить в максимально комфортных условиях. Увиденным он остался доволен. Некогда самая неблагоустроенная больница преображается. Внешне сегодня трудно сказать, что совсем недавно было грязное, неухоженное лечебное учреждение. Я думаю, что мы постараемся в будущем году этот ремонт завершить. Больница сохранит статус областной инфекционной больницы, в данном случае центральной инфекционной больницы одновременно. Также и терапия, и хирургия, все здесь будет присутствовать.